сегодняшний... Здрасте, ребята, начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике. Он сегодня у нас называется «Тайные знания о мире, счастье, успех». О, вот так загнул я прямо. Итак, попробую я сегодня ответить на ваши вопросы. Они, как всегда, очень интересные. Я с удовольствием это сделаю для вас. Іванна. Доброго вечора. Доброго вечора, Іванна. Скажіть, чи вдасться мені зустріти в найближчий час чоловіка, з яким я зможу створити сім'ю? Дуже сильно хочу бути любимою. Да. Но в этом году, скорее всего, это у вас не произойдет, к сожалению. Но он у вас будет, можете не переживать. И тут такой вопрос, почему у Иванки не получится в этом году? Дело в том, что событие произошло, и это событие произошло 16 лет и 1 месяц назад, либо 8 лет назад. И в этом событии была обида на мальчика, ребенка. И вот это событие, оно как раз в данный момент мешает вам. А если бы вы сейчас могли это вспомнить, этого мальчика, ребенка, который отобрал или там сказал что-то плохое, как-то вас обидел и простили, тогда в этом году бы это все произошло. Наша жизнь имеет ключевые повороты, и они очень мешают. Вы знаете, вся наша жизнь — это циклы. Это циклы 8-летние, 16-летние, 32-летние, соответственно, 64-летние и, соответственно, далее. В целом человек должен жить 129 лет, и его жизненный цикл, он делится на циклы, состоящий из 129 лет общей жизни, которая предназначена для счастливой жизни человека. Почему? Тут сразу такой вопрос. Почему тогда человек живет несчастливо, а вернее, нет, не так. Счастливо живут люди. Почему тогда человек не живет 129 лет? Ответ тоже в этом, ответ тоже есть, и это звучит так. Если человек рожден, то человек рожден для того, чтобы быть счастливым человеком. Но любое отклонение от счастья отклоняет его от его правильной счастливой жизни, что приводит к укорочению жизни, и он живет меньше. Поэтому если нацелиться на то, чтобы быть от всего счастливым и получать от всего счастье, то это все могло бы или может измениться. Если какое-нибудь магическое заклинание, которое может помочь человеку быть счастливым, конечно. Есть магия и есть определенные магические заклинания. Вы, наверное, знаете, что язык человеческий, он уникальный. Вспомните эти слова, которые написаны в Библии. «И сказал Бог слово, и появился день, и сказал Бог слово, и вначале было слово», помните? То есть сначала появилось какое-то слово. То есть вот это слово, это, наверное, то, чем человек похож на энергию Бога, потому что Бог тоже пользовался, видимо, словами. Слово в этом случае не столько является элементом, выделяемым при раздражении голосовых связок, а тем элементом, который возникает как обоснованное и четко сформированное, имеющее под собой обгрунтование и историю, и синаптическую связь, мысль. То есть и сначала, скорее всего, была мысль, которая была каким-то образом реализована в виде звука. Ну, и, видимо, это все имеет название слова. То есть из этого слова выросло в дальнейшем. Вот. И эзотерика, вы знаете, что такое эзотерика? Эзотерика — это наука, которую не принимает современная наука. Не принимает ни философия, ни психология. Почему? Невозможно это все доказать, но... Дело в том, что много чего нельзя доказать. Допустим, нельзя доказать везение, а ведь оно есть. Человек говорит, нет, вся эзотерика, это вся ерунда. Я согласен с вами, но докажите мне везение. Почему одному человеку может 5 раз везти в тот момент, как другому не везет? Почему есть счастливые бесконечно люди, а есть несчастливые? Почему есть люди, которые, что бы ни делали, у них ничего не получается, и есть наоборот, делающие 1 шаг вперед, и потом 100 шагов вперед? Почему есть люди, которые
что-то знают. И вот они что-то знают, живут с улыбкой, им везет и везде пруха в жизни. А вы как бы не старались. И я знаю очень много умных людей, которые работают с утра до ночи, но у них не получилось стать ни богаче, ни знаменитее. Я знаю других там народных депутатов, каких-то людей в обществе и так далее, которые учились плохо, жили плохо, все время ругаются, как-то грызутся, с женами плохо живут, тысячи у них там женщин на стороне. И у них... Один шаг вперед, сто вперед, один шаг вперед, сто вперед. И с человеком разговариваешь, думаешь, боже, какой человек. Но есть понятие такое, которое называется эзотерическое. Это то, что мы визуально никогда не увидим. Но то, что знают определенные люди, и эти знания, о которых я говорю, это знания или определенные, которые могут иметь инструменты определенные. Эти инструменты заключаются в определенном мышлении, в определенной магии. А магия очень часто может проявляться в виде слов. Есть слова, которые имеют перевод. То есть они имеют перевод для человека, то есть там, допустим, есть молитвы христианские, допустим, там, да воскреснет Бог, расточатся в разе его, бегут от лица его ненавидящие его, окей, исчезает дым, да исчезнет. То есть такие молитвы способны убрать у человека подселение, экзорцизм, сделать человека более чистым. Ну, существуют молитвы, которые существуют в Коране, суры, которые могут помочь человеку там, лучше делать бизнес, допустим, ну, какую-нибудь там «Ля филя даус рахамди рахима саляму алейкум», и человек после этого может улучшить бизнес. Но существуют определенные слога, которые называются древним языком. То есть языком до того момента, ну, назовем условно это древнекреольским. И существует этот язык у магов, которые владеют таким языком. Ой, извините. Алло, да. Окей, окей, окей. Ничего, ничего, ничего. Ничего, ну, ничего. Мы в интернете закажем. Ну, давай, у меня вебинар идет, я не могу сейчас, сори. И существует определенный язык, первородный или первопричинный язык. Можно тут же мне сказать, да нет, не бывает никаких первых языков. А как же ребенок общается со своей мамой? Почему он не говорит ню-ню, а говорит первые слова его мама, ат-ат, дай-дай, от там и так далее. И вы знаете, если взять всех детей со всего мира, то их слова, которые они начинают говорить, первые младенческие слова, они будут у всех абсолютно, всех национальностей абсолютно одинаковыми. Можно ли сказать, что это первородные слога самой первородной и самой древней души? Конечно. Так вот, существует определенный язык, он называется языком мага. И в этом языке мага есть определенные слова. Человек, который знает язык мага, может объединять определенные слога между собой и делать определенные заклинания, которые очень похожи на абракадабру или набор слов. Но когда начинаешь изучать лингвистику и начинаешь понимать, что те слова, которые есть в древнем языке магов, они являются первородными и очень часто имеют корни с древним арамейским или древним ивритом, в идише или в санскрите, можно найти вот такие похожие очень слова. Какое-то слово, которое может тотально улучшить судьбу человеку. Это слово звучит так. Уцоне этихран. Если каждый день утром повторять с открытыми глазами, просто сидя, уцоне этихран, уцоне этихран, уцоне этихран, и делать это утром, ну я не знаю, там 3 минуты, и вечером 3 минуты, и делать это на протяжении хотя бы 1-2 месяцев, жизнь очень улучшится. Не только у вас, а у тех, кто рядом находится, у близких и так далее. Человек говорит, у меня очень плохое самочувствие, я боюсь, там, у меня панические атаки и так далее. Я уже давал вам такие слога, помните, трявсык от страхов, кыстеплово, там, припутав. И обычные люди, они когда это слышат, для них это непонятное им, а значит это ерунда какая-то. Но вы знаете, у них ерунда, а у моих учеников, которые это используют, не ерунда, потому что они знают, как это эффективно работает. Поэтому каждому свое и так далее. Ну что,
Хорошее начало. Армида Заргарян. Скажите, зачислят ли в этом году мою дочь Аню в университет? Нет. Ольга Ингуреню. Очень нужна ваша помощь. Могли бы вы просмотреть нашего сына? У вас в мессенджере есть его фото. Врачи не могут определить с диагнозом. Ничего не помогает. Вы знаете, есть такой вариант, что там есть наркотики. Обязательно проверьте его на наличие наркотиков в его жизни. Есть такие тесты. Купите тесты и проверьте его на наличие наркотиков. Очень часто ребенок, когда худеет, ведет себя неадекватно и так далее, уходит из дома, и в доме пропадают вещи, то первые такие моменты, они, о чем нужно задуматься? О том, что ребенок не болеет, о том, что есть где-то психостимулирующие вещества, которые делают человека чуть-чуть нездоровым. Каким? Худеет, есть не хочет, все время апатия, все время депрессия, раздражительность, гиперактивность или наоборот гиперпассивность и так далее. При этом уходит из дома, в доме пропадают ценные вещи. Это очень часто сейчас и очень распространен. Я каждый день получаю 60-100 писем всевозможных, и там везде написано: просмотрите дочку, просмотрите сына. И вы знаете, что это выглядит так. Мне неудобно говорить такое людям, прямо неудобно. Я говорю: обратитесь, посмотрите и так далее. И всегда это неприятно заканчивается. Мне не знаю, в какой вы мессенджер написали, куда вы написали. Была такая женщина, написала в мессенджер: вот один сын у меня психически больной, вот второй сын у меня психически больной, вот оба психически больные. И здесь из-за чего они стали психически больными? Но оба психически больных, значит что? Значит, у них одни и те же контакты, одни и те же люди. Вы знаете, что сейчас есть и что нужно запрещать? Есть так много психостимулирующих веществ, которые очень мешают людям жить. Это продающиеся ядовитые грибы, псилоцибидные грибы, мухоморы. Нельзя этого есть, даже в микродозировке. Так пиарят микродозировку грибов напрасно. Почему? Потому что в каждой книге по микозам, по употреблению ядовитых грибов, везде написано: необратимые явления в печени, необратимые явления в мозге, необратимые явления в нервных тканях мозга, необратимые. Скажите, как по-русски сказать слово необратимые? Это те, повлияв на которые, восстановлению не подлежит. Дело только времени. Поэтому, когда человек говорит: мы будем психические заболевания лечить грибами ядовитыми, так вот я принимаю ядовитые грибы, у меня там исчезли боли в руках, боли в коленях, я начала лучше себя чувствовать. Почему это происходит? Так объяснение имеется у меня, просто спросите. Просто в красном мухоморе находится вещество, которое называется кверцетин. Это вещество, которое есть в красном грибе, ядовитом, мухоморе. Яд тут не до одного места. Но где больше всего находится такого быстро усваиваемого кверцетина, такого же, как в грибах? Это обычные ветки груши. Возьмите сейчас груши ветки, наломайте их. Так, чтобы было там 50 грамм веточки, наломайте, сварите, залейте 1 литром воды или пол-литрами воды 100 грамм веток, сварите эти ветки там, чтобы они прокипели, после этого выключите, и пусть они в воде этой стоят там, я не знаю, 6-8 часов в ночь. Потом перелейте и пейте. Пейте так один месяц, такие заболевания, как артрит, ревматоидный артрит, подагра, заболевания камней в почках и так далее, будет полностью устранено. Почему? Кверцетин жива лучше, чем грибы. А грибы — это токсический наркотик. Почему? Любое вещество, которое создает у человека состояние радости, убивает человека. Нужно уже это знать. Поэтому если человеку, как человек умирает от ядовитых веществ? В тот момент, когда человеку дают ядовитые вещества, и он начинает ими дышать, допустим, газ какой-нибудь, я не буду называть название, то в этот момент у человека сначала ощущение кашля, тошноты, а после этого невероятные состояния радости. То есть человек, очень часто люди во время токсического отравления ртутью, газами хлора, там, такими тяжелейшими газами, отравляющими веществами, они не умирают и не корчатся. Они очень, очень часто
улыбаются в этот момент, потому что появляется приятное ощущение. Также появляется там при передозировке наркотиков, человек успокаивается, но ему неплохо в этот момент. Но, возможно, там сердцебиение увеличивается и так далее, но общее состояние заторможенности, спокойствия, ну и есть другие, там активность увеличивается сердечная, задыхается, у него появляется паника и так далее. Но боли какой-то особой, там экстренной или еще чего-либо нет, то есть это просто психические отклонения. Вообще я хочу вам сказать, не употребляйте ядовитые вещества, они вам не нужны, не нужны. Очень рады встрече с вами. Внучка Владиславе скоро 18, хочет сменить фамилию. Правильно поступает? Да. Какое эзотерическое значение имеет человеческая слюна? Человеческая слюна называется по-другому у нас мурамидаза. Алло. Я занят, сейчас не могу говорить. А кто это? Я занят в понедельник. Понедельник. Давайте в понедельник. Но почему нужно звонить в 18-16 в пятницу? Что такое? Выключу телефон. Все. Я обиделся на тебя. Все, больше мне не звони. Какое эзотерическое значение имеет человеческая слюна? Она не только эзотерическая. В древних книгах по алхимии написано, что слюна есть. Что слюн... Нет, нет, реально вас почти обманул. Не в алхимии, а называется книга Шива Тантра. И в Шива Тантре сказано, что в человеческом организме все органы между собой определенным образом работают. И есть только одно вещество, которое есть везде в организме человека. Если этого вещества много, то организм будет жить вечно. Если его мало, то организм будет уменьшать свою жизнь быстро. И после этого Правати спрашивает у Шивы. Она говорит, ну что же это за организм? Может быть прана, может быть мантра, может быть там особое отношение души и так далее. Он говорит, нет, это особый род слюны человеческой. Когда, и он говорит, нам кажется только, что мы слюну вырабатываем во рту. Слюна у нас вырабатывается во всем теле. Слюна это мирамидаза. И мирамидаза, оказывается, есть целые исследования, которые говорят, что в случае, если уменьшение мирамидазы приводит детей к появлению опухолей и так далее, есть целые исследования. На сегодняшний день мирамидаза это вещество действующее, которое называется лизоцим. Мы его сами изготавливаем, этот лизоцим, и продаем. Вылечивает на глазах такие заболевания, там, как гастриты, гастроэзофагеальные рефлюксы, язвенные колиты, холециститы, заболевания почек, уменьшаются опухоли, глаукомы исчезают и так далее. То есть это, если в уши закапывать, грибки исчезают, ноги, и так, это потрясающе. Ангины исчезают, это великолепное средство. Если в больших дозировках перорально принимать, то эффективность увеличивается в 1000 раз. Ну и что-то в этом есть. В книгах мы очень часто можем прочитать, допустим, у Аквалонского, у него было написано в 1815-м, у Фомы, да, не у Фомы Аквинского, а у Фомы Аквилонского. В книге, которую он написал о магии, у него было написано магическое влияние слюны, с чем слюна связана. И там я у него вычитал такие вот вещи, которые я коллекционирую, но объяснить их эзотерически никак, ну не эзотерически даже, а по-человечески, по-научному совершенно никак не могу. То есть это невозможно объяснить. Допустим, у человека есть очаг и есть ячмень. И вот он говорит, сложи левую руку так, чтобы два пальца было или смотрели вверх. После этого прикоснись этими руками левой руки, поплюй на них, чтобы слюна была. Прикоснись к закрытому веку 3 раза человека, который болеет ячменем, и поплюй через левое плечо. Сделай это с надеждой и радостью, и спасешь человека от ячменя. Детям своим 100 раз сделал, ячмени исчезали.
Ну как это работает? Я даже не прикасался, просто так, даже на расстоянии делал кому-то. И потом человек звонит и говорит: Андрей Андреевич, все, нет ячменя. Как это так вы сделали? Это не я, это меня научили. Если у слюны какая-нибудь магическая особенность, считается, если человек сплюнул, то это исчезнет. Человек говорит: все, на тебя порча. Я обычно говорю, мне вот когда-то был скандал такой, и одна женщина мне говорит: я на тебя такую порчу наведу и так далее. Я говорю: тьфу на тебя. И потом волшебное слово. Я его обычно говорю: тю, тю. Вот если сказать тю и тьфу на тебя, никогда ни одна ни порча, ни сглаз, ничего на человека не подействует. Может ли это действовать? Да. Я говорю вам, что это может действовать. На человека действительно есть психические заболевания, согласен. Психические заболевания — это когда у человека появляется расстройство психическое, внутренние голоса и так далее. Есть такие заболевания, они психические, человек страдает от них, он никак не может их контролировать, что-то вызывает в нем страдания, он чрезвычайно страдает. Но есть душевные заболевания, которые связаны не с психикой. Они могут быть такими, которые могут держаться 3, 5, 7 дней. И вот как начались, после этого как начались, точно так же за 3 дня и закончились. Это заболевания, которые делают колдуны и маги, или которые являются воздействием, или деструктивным, или негативным воздействием на человека. Можно ли от этого защититься? Вы знаете, можно не только защититься, можно это и устранить, и защититься, и просмотреть, и увидеть, и откорректировать, и есть и подселение бесов, и там куча всего. Но большинство людей не имеют к этому доступа. Поэтому вот, и я, кстати, сейчас во время того, когда буду проводить вторую обновленную ступень, буду давать во время второй обновленной ступени целый цикл или целый курс, как это все просматривать, как это все видеть, как это все устранять, где это все находить, как это связано с прошлым, будущим, кто эти люди, как увидеть там колдовство, магию и прочее, и прочее. То есть буду прямо обучать этому и рассказывать. И да, такое существует. И да, это возможно. И чтобы вы понимали, я как человек, который всю свою сознательную жизнь, прямо ну чуть ли не с пеленок своей эзотерической карьеры, все время работаю с какими-то политиками, людьми, которые занимают высшие эшелоны власти. И у каждого, у этих политиков всегда находятся целые десятки, иногда даже тысячи, иногда даже десятки тысяч людей, которые занимаются эзотерикой. То есть это либо масонские ложи, там все время колдуют, либо это все батюшки, либо это там религиозные общины, либо это просто нанятые люди, колдуны, тарологи, шаманы, и обряды проводят, в бубны бьют, кричат, деревья находят, собирают все артефакты, и там такие артефакты стоимостью могут быть, там булава с половыми органами, которую при мне продавали там за 6 или за 9 миллионов долларов, которую нечаянно откопали где-то там. Ну это вот, и это все было. Целые люди там, целые, прям целые коллективы, то есть с организатором, которые делали и порчи, и которые нанимали, и которые, чтобы влияли, и там куча всего. Эти люди, они могут говорить на людях вам, что хочешь, но на самом деле они очень часто требует и защиты, и охраны, и чувствует и воздействие, и влияние, и так далее. Поэтому в большинстве своем, кто бы, они в жизни не признаются этому. Но я вам говорю 100%, что там они самые большие и дорогие заказчики эзотерических наук. А все остальное. Их-тыщ-тыщ. Ладно, слюна. Какое имеет значение кактус дома? Большое спасибо. Кактус в доме помогает избавиться от вообще любые острые предметы, которые торчат в дом, дают человеку везение. Именно поэтому кактусы, которые дома находятся, они помогают человеку в везении. Почему это происходит? Дело в том, что очень часто чужие ментальные программы, они клеятся к человеческой ауре и в виде вот таких
медуз находятся. Как это происходит? Человек целый день думает о вас. Какашка, какашка, негодяй, сволочь. Как же он мне надоел, замучил и так далее. После этого он от себя отделил эту энергию, и она в вашу сторону уплыла и приклеилась к вам. На работе или к ногам, или еще где-либо. После этого она плавно, как моллюск, поднимается, ищет дырочку и вползает в ваше энергетическое пространство. И после чего вы в этом находитесь. Но кактусы умудряются вот эти ментальные программы разрушать даже на расстоянии. Именно поэтому хорошо, чтобы у вас рядом с вашим рабочим местом или рядом с вашим рабочим столом или еще где-либо находился кактус. А еще, смотрите, в случае, если у вас дома очень сильно ругаются люди, если есть соседи, которые очень ругаются, поставьте кактусы в тех местах, где ругаются, возле стены. И тогда весь негатив, который есть у этих людей, он не будет заходить в вашу квартиру, а будет оставаться на иголках этого кактуса. Таким образом, можно сказать, что кактус является барьером. Но и это еще не все. Оказывается, если поставить кактус рядом с кроватью, не обязательно у изголовья, а где-либо рядом с кроватью, то улучшается сон. Эти мексиканцы, они очень, ну там много кактусов, вы это знаете, они очень хорошо относятся к кактусам и говорят, что если человеку не снятся сны, если у человека плохой сон и плохое засыпание, то он должен рядом со, с собой свить такое гнездышко, называется ловец снов, либо поставить кактус. И если кактус будет стоять, то человек будет лучше спать. Я с этим тоже согласен. Кактус дома, блокировщик негатива, идущего с улицы. Поэтому бесят соседи, поставьте, перестанут бесить. А Светлана Алексеева. Здравствуйте, здравствуйте, как вы относитесь к технике холопоно-поно? Техника холопоно-поно — великолепная техника, но одна из особенностей в этой технике заключается в том, что человек должен попросить у кого-то прощения. Я не могу сказать, что данный метод является мегаэффективным, но я хочу сказать, что он мега раскрученный и мега распиаренный. И второе, метод Сильва аналогично, мега раскрученный, мега распиаренный, но я не могу сказать, что он мегаэффективный. Хотя метод Сильва является одной из разновидностей просто абсолютного объяснимого приема, который называется сугестия, самовнушение и гипноз. То есть это одна из разновидностей гипнотического транса, который вот таким образом интерпретирован и назван методом Сильва. Он, кстати, запатентирован. Ну, знаете, методов, которые были запатентированы, их очень много можно придумать. Вот смотрите, метод Сильва, где человек своим сознанием как бы ощупывает и расслабляет определенные места, после этого ставит себе определенную программу. Второй такой метод, который можно запатентировать, это метод, допустим, такой знаменитый ключ Агеева есть. Это когда человек в тот момент, когда ему хорошо, выполняет приятное движение, которое возникает в нем само по себе, запоминая более это приятное состояние. И в тот момент, когда у него появляется какое-либо, то есть что он делает? Он ставит акцент, объединяя синаптические движения, расслабляющие его в тот момент, когда ему приятно, включая у себя реакцию сознания на данное движение. И в тот момент, когда у человека появляется что-либо, страх или там, ему необходимо быстро изменить восприятие мира, он может начинать делать вот это движение пальцем, или делать движение рукой, или делать движение туловищем. И таким образом синаптически сформированная идея того, что это все приведет к расслаблению и к приятному, комфортному состоянию, переключает его. Об этом, и это не новинка, об этом писал и Карл Юнг, основатель этого всего был вообще Фрейд, потому что именно Фрейд говорил о том, что сознание с телом каким-то образом между собой неоткровенно соединены, что-то между ними есть. И Карл Юнг, его ученик, сказал, между ними есть мост. И об этом мосте первый раз сказал Фрейд, он сказал, этот мост подсознания. А Юнг сказал, не только подсознание, там еще сны, поэтому мостом этим является для коммуникации человека еще и так далее. И для того, чтобы сознание могло напрямую воздействовать на физическое тело, нужно пройти каким-то образом вот этот подсознательный мост. И из этого уже идут целый ряд
психотехник, которые вот таким образом могут работать. Их можно за час напридумывать 50 тетрадок. Как это использовать, зная сам механизм. Поверьте мне, ну там, что в голову взбредет, там, Сергей Викторович Ковалев. В книге своей, которая называется «Как излечить наркотическую зависимость», дал объяснение двух отделов по Бендлеру, скорее всего, дал объяснение двух отделов мозга. То есть в нашем мозге всегда существует два отдела. На самом деле он чуть-чуть был неправ, это не так. Потому что там у нас работает чуть-чуть все по-другому. Ну ладно, он просто пытался объяснить, как работает центральная нервная система. Я уже там через гормоны все как физиолог, там нуклеус акумбенс, и там дофамин, серотонин, и там окситоцин и так далее. Но как бы не углубляясь в эту тему, я расскажу, как он это все говорил. Он говорил, что у нас в мозге есть всегда тормозящие и возбуждающие компоненты. Я с этим согласен, об этом писал Александер и Юнг тот же писал, ну много было психологов, которые об этом говорили. И два этих, одно возбуждающее, другое тормозящее действие, которое может создаваться в сознании, они не могут одновременно друг с другом работать, и из-за того, что должно либо одно отвечать или другое, как Пирогов в свое время сказал, должно быть более акцентировано либо рефлекторный отклик либо одного действия на какой-либо рефлекс, либо другого. Так у одного человека происходит во время испуга торможение, а у другого агрессия и действие. И вот развивая эту тему, он сказал, смотрите, когда у человека появляется ощущение в виде воспоминания, которое он ощущает это в виде там, страха, то он должен взять и нажать на какую-нибудь точку на левой ноге, а потом взять с правой стороны и вспомнить что-нибудь хорошее и нажать на симметричную точку с правой стороны. После этого нажимай с левой стороны, ой, вот мне было плохо, а потом справа, ой, мне было хорошо, а потом двумя пальцами, помните этот видео, когда обучение танцам было, такое за 1 рубль, где Вицин продавал билеты. Одной ногой сначала бычок, потом другой ногой бычок, а потом двумя ногами. Ну вот он где-то, видимо, смотрел такое видео, и оно подсознательно повлияло на Сергея Викторовича Ковалева. И именно так это сработало, то есть сначала вспомни об одном чем-то плохом, нажми на одну точку, а потом вспомни о чем-то хорошем, нажми на другую точку, а потом ни о чем не вспоминай и нажимай обе. Как это будет срабатывать? Получается, синапс, формирующий у человека компенсирующее состояние счастья, и синапс, который отвечает за возбуждающее состояние страха, они начинают друг с другом конфликтовать, фактически разрушая друг друга в тот момент, когда человек объединяет их с рефлексом, нажимая с одной стороны и на другую сторону. Что там еще у Ковалева интересного такого? Ну, сама идея Ковалева, она заключается в том, что человек может, как в буддизме там рассказывают, может выделить из себя структуру своего эмоционального двойника. Эта структура своего эмоционального двойника, она может быть отделена. Но это не новинка, это как бы древняя такая наука, и ну, не является совершенно, даже отдаленно нейролингвистическим программированием Бендлера и Холла. Но флаг, как говорится, всем в руки. И с чем это едят, сейчас объясню. Он говорит, вот тебя что-то беспокоит, тебя это тревожит, отдели это от себя. И найди это где-то вне себя, сделай что-нибудь с этим. Согласен? Абсолютно. Согласен. Вот то, о чем он говорит, этому, это старо как мир. Это ну прямо даже не начало психологии, а древняя психология. Когда пробовали таким образом с человеком работать, люди, которые пробовали объяснить там, до психотипов, до возникновения там, формирования психотипов общества или каких-либо вообще знаний психологии. Это прям примитивная доюнгианская психология. Но пусть это тоже существует. Но можно ли сказать, что метод Сильва? Ну, можно сказать так. Метод Сильва является методом, разновидностью гипнотических методов. Ну, вот так как-то.
Нет, я не хочу сказать, что что-то правильно, что-то... И я даже не хочу обвинить в том, что там Ковалев слезал или Сильва у кого-то... Ну нет, я не самый умный, я вообще обычный человек. И, ну, я ни при чем. Это просто, знаете, я даже не обвиняю, говорю, да, это метод Сильва, да, метод Сильва, молодец. Ковалев придумал, да, Ковалев придумал тоже. Но он же это слезал у кого-то. Ну так и что? Слезал и молодец. Главное, чтобы его совесть не мучила. Ни одного, ни второго. А я не их совесть. Это им с этим придется жить. Мне-то что? Я тоже пользуюсь. Спасибо. Если бы не было Ковалева, я бы об этом не знал. Ну, знал бы на самом деле. Итак, Гаяне Адибекян. Здравствуйте. Дочку 28 год. Замуж не хочется. Этот год пойдет замуж? Нет, не пойдет. Не хочется и не пойдет. Да, зачем ей надо? Она такая красивая. Лариса Квитко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, как правильно делать практики со стеклянным шаром, чтобы избавиться от невезения и финансовых проблем? Никак. Никак. Невезение и финансовые проблемы – это не проблема. Это ваше особое восприятие мира, в котором вы живете. Какое оно? Вы должны знать принципы денег. Один из принципов денег – куда течет любовь, туда текут и деньги. Задайте себе такой вопрос. Как много людей вас любят? Поставьте тире. Эти люди вас любят просто так или за что-то? Вот увеличивайте количество людей, которые вас любят просто так, и независимо ни от чего в вашей жизни будет огромное количество денег. Каким образом? Не знаю. Делайте что-то для них, пойте песни, рассказывайте истории, делайте красивое лицо. У меня есть женщина, она не умеет общаться, и у нее лицо такое, она все время пытается аж хамнуть. Такое создается ощущение, как будто она хамнуть пытается, вот такая. На самом деле она вот здесь очень добрая, ну такая. И я видела, она видео записала, ну что? Я вам скажу, здесь погода нормальная, мы все радуемся. Есть польское видео такое, в Польше есть песня. И там женщина вот такая стоит, у нее грудь такая красивая, и она вот так стоит, и там песня играет, и она говорит, о, смехнися. То есть она говорит, усмехнися, чтобы жизнь тебе нравилась. Но она это делает так страшно, что хочется не усмехнуться, а спрятаться прямо куда-то. И вот она говорит, одна из моих проблем заключается в том, что меня вообще деньги игнорируют. Я согласен с ней. Она должна выработать внешнюю привлекательность, в которой будут качества, где будет приятно слышать ее, видеть ее, разговаривать с ней, наблюдать на нее, визуально наблюдать за ней. Поэтому ищите, возможно, делая так, чтобы вас много людей любили. Посмотрите, если вы гуляете, то на вас должны смотреть и радоваться. Обычно люди почему-то, они пытаются создать такой внешний облик, который отталкивает от них окружающий мир. Прям отталкивает, аж страшно. Смотришь на человека и хочется, ой, господи, прости. Прямо, знаете, такой вид, как будто всех разгрызу сейчас. Второй... Это разговор, когда человек разговаривает, то ощущение, как будто ко всему миру претензии. А ты? А как живут люди в семье? Эти сволочи, эти негодяи, эти какашки, эти сволочи, эти киданули, эти фашисты, это шпана, эти уроды, это... А еще вот я сейчас в Ютубе, ага, я еще не писал, а ты дурак, почему? А я зато умная, самая умная, ага. Так много появляется весы такие, и так появляется много людей, которые не любят человека. Один раз написали где-то комментарий, а его 10 лет читают. А человек потом живет уже протрезвел и говорит, ну что ж мне так в жизни не везет. А его комментарий все читают и читают, там написано, вы все какашки. Потом говорит, да что ж такое, так не везет. Может сходить кому-то, ну так если оно там есть, оно как червь. И человек читает, написано там, Таня Герасимова, вы все какашки. Кажется, ну что ты какашки, сама ты какашка.
И в каждой саматы, 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 саматы. Нельзя ненавидеть. Нельзя. Живите с близкими так, чтобы радовались. Живите так, чтобы дети вас любили, кошки, собаки любили, чтобы деревья вас любили, чтобы рыбы вас любили. Делайте так, чтобы кто-то из близких вас любил искренне. Поддерживайте мам, чтобы мамы вас обожали. Поддерживайте ваших стареньких мам, если они еще живы, так, чтобы они вас обожали искренне. Там женщина писала: Андрей Андреевич, моя мама, она старая очень, и она меня во всем бесит. Конечно, будет бесить. Считайте, что это ваше очищение кармы, потому что когда старенькая мама ведет себя необоснованно и это приводит к агрессии, то это карма. Это карма рода. Вот если с благодарностью с этой мамой пробыть все это время, то после этого жизнь вашей, вашей семьи, вашего рода изменится в лучшую сторону. Ничего с этим сделать нельзя. Карма. Только на вторую ступень. Там я расскажу, как очищать. А так от всех финансовых проблем нет, зайчики. От финансовых проблем нужно избавляться, если это долг, ставите свечу, смотрите на нее. И, как я объясняю в эзотерической школе Кайла, сжигаете, сжигаете. Что с шаром делать? Ну, делайте так, смотрите в шар и переживаете. Вечером, извините, пить хочу. Смотрите на шар и переживаете: вот моя жизнь плохая, что же делать, нечем заплатить и так далее. Все время смотрите в шар. Если смотреть в хрустальный шар и переживать все время, то это изменит жизнь. Как быстро? Все зависит от радости в вашей душе. Если радость в вашей душе огромная, то тогда ваши переживания быстро перегорают. Если радости нет никакой, то никак, будет очень долго процесс идти. Очень хотелось бы ответить вам по-другому. Аленушка Р. Делаю разные практики из марафона и сангая. Последнее время голова болит. У всех болит. Очень сильные 3 дня были головные боли у всех людей. И я в понедельник об этом сказал. Я сказал, что с прошлой недели у всех начали болеть головы, они будут болеть до конца четверга. Как сказал, так произошло. У всех болели головы, и это было с прошлой пятницы и до четверга. Сегодня уже легче, а завтра, послезавтра будет вообще обалденно. А вот вся следующая неделя будет просто роскошная. То есть уже не болеть ничего не будет, не тошнить. Переживите этот период, он уже закончился. Практики — это не из-за практики, сил нет — это тоже сейчас вирусы, а витаминозы — весна. Весна значит депрессия, а значит ненависть, а значит претензии, а значит, как там пелось, весна пришла, весне дорогу. А что нужно? Надо секс, надо любовь, надо сон, надо еда, надо витамины. Но, к сожалению, в большинстве своем. А что люди получают? Сегодня с женщиной одной общался и смотрю на людей. Я зашел в торговый центр, я не выхожу из дома обычно. А это сегодня мне нужно было заехать. Очень захотелось оливкового масла и хлебушка. Вот я себе купил хлебушка такого свежевыпеченного. У нас рядом с моим селом есть хлебопекарня такая, там делают хлеб, и в нем очень внутри такие большие пузыри. Мне очень нравится подовый, его прямо в печь наливают, и он запекается, такой растянутый. Такой вкусный, пахнет дрожжами. Моя жена его еще чуть-чуть подсушивает, я его поливаю оливковым маслом, и он такой хрустящий, его ем. Могу без ничего. Я обычно рукколу покупаю. Сырок какой-нибудь такой, чтобы он был моцарелла. Маленькие такие есть шарики, у нас в Яготине делают, или домашний кто-то делает. И вот это все ем. И не мог это не рассказать, извините, хотя можно было бы об этом не говорить. И смотрю я на людей. Такое было ощущение, как будто у людей лопаются головы. Мне было сегодня нереально жалко людей. Я сегодня смотрел на всех людей, и было прямо этих людей предельно жалко. У них были такие перегрузки мозга. Я думаю, что это неготовность людей в большинстве своем. Я все понимаю. Но дело в том, что когда мозги начнут взрываться,
то потом уже не нужно будет ни деньги, ничего не будет беспокоить уже. Ни деньги, ни семья, ничего. Будет беспокоить только, как потом это все на место поставить. Люди думают, что они могут изменить что-либо. Начинают каждый день изучать какую-нибудь информацию, пихают в себе информацию, по ночам смотрят информацию. Только просыпаются, берут информацию. Но сознание наше, оно не готово к такому большому количеству информации. Дело в том, что мы думаем, что сколько бы мы... Смотрите, сколько бы ни было еды, то если вы еду даже в холодильник будете вновь и вновь пихать, хорошую еду, плохую еду, любую еду, скажите, холодильнику от этого будет легче? Нет. А что произойдет с холодильником? Ну, первое, когда вы захотите что-то особенное, вы будете знать, что это лежит в холодильнике, вы достать не сможете. Второе. Холодильнику будет все тяжелее и тяжелее охлаждать эту еду. Третье. Некоторая еда начнет портиться. Я еще раз хочу вам сказать, уважаемые ребята, следите за гигиеной вашего сознания. В это время, в этом мире это необходимо делать. И просто так получать бесконечное количество информации, это бесконечно забивать свои мозги этой информацией. И рано или поздно ваш мозг может перестать правильно функционировать. Что может произойти? Внезапные панические атаки, внезапные депрессивные эпизоды, внезапные удары, инсульт, внезапные ишемии обширные, внезапные потери памяти, тремор рук, невозможность успокоиться, судорожные накопления, фокальные дистонии, дистонические реакции, головокружение, шум в ушах. Ну, это все может вызываться за счет того, что человек и пихает. Нужно еще информация. И вот такая. И буду изучать. И вот это. Не надо вам столько всего. Самое страшное — это бесконечно вливать в себя. Это очень опасно. Делайте разгрузочный день. Делайте его либо каждый день, либо... Я делаю так. Перед сном, когда я ложусь спать, я выключаю телефон и ложу его в другую комнату так, чтобы утром, проснувшись, не брать его сразу в руки. По-другому никак. Почему? После того, когда это все начал делать, улучшился сон, улучшилось самочувствие. Если человек говорит, я без сна не засыпаю, мне телефон помогает, не обманывайте себя. Это неправда. Человек говорит, нет, но я вам говорю. Ну нет, я вам говорю как человек, знающий, как работает психология человека. И как работает сознание, из чего оно состоит, как формируется это все. Я вам могу сказать, телефон нехорошо. Сейчас уже на сегодняшний день люди думают, что весь мир, конечно, так и есть, весь мир он в телефонах, весь мир люди коммуницируют, находят любовь, общаются в телефонах. Телефон — это бесконечный, огромный такой коммутатор и так далее. Но если раньше этот коммутатор помогал, то сейчас этот коммутатор, объединенный в какую-то систему, имея уже автономное восприятие, самостоятельное восприятие, может подсовывать человеку какую-нибудь информацию. Я могу сказать, что так есть. То есть можно сказать, что сейчас выбор информации, который получает человек, уже не связан с его выбором, а ему подсовывают ту информацию, которую создает для него искусственный интеллект. То есть что начинает забирать у человека? Право его собственного выбора на получение именно той информации, которую он хочет. И он нуждается, ему подсовывают вновь и вновь. Причем это делает даже GPT-чат. То есть он это делает как бы на дурака. Пишешь вот это, и он после этого говорит вот так. А ты пишешь, нет, вы ошибаетесь, это не так. Но там четко просматривается идея, которая заложена как ключевая идея психологического внедрения. И это тоже уже, ну, актуально. И это тоже не нравится. Почему? Ну, это не нравится, потому что начинаешь понимать, что
через вот такие системы Google, YouTube, через системы TikTok и так далее происходят воспитательные процессы. И эти воспитательные процессы, они не создаются людьми, они создаются, скорее всего, еще искусственным интеллектом. Но этот искусственный интеллект, он же, если раньше искусственные, вернее, эти системы, они служили людям и служили человечеству, то я думаю, сейчас где-то человечество может идти по пути эксплуатации. Иногда убирать... Давайте закончим чем-нибудь. Иногда убирать телефон. Телефон убирайте, 100%. Меньше алкоголя, больше весны, больше движения. Как набраться энергии, чтобы силы были? Убирайте телефон, садитесь где-нибудь на улице и делайте так. И вытаращиваете глаза и задерживаете дыхание. Вытаращиваете глаза, задержите дыхание. Когда устанете, посидите. Вот делайте, сделайте так 100 раз на неделю, так увеличится энергия, будут силы утром, будет хорошее настроение и так далее. Смотрите, как легко. Метод накопления энергии из внешнего пространства. Вытаращивание глаз со слогом «Ах». Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Вот делайте так 100 раз. Возьмите там четки какие-нибудь. Ну, 100 раз это, наверное, для профессионалов. Александр Гордиенко. Нам лучше оставаться в Ирландии или наш город освободят? В Ирландии. Татьяна Бондаренко. Вам низкий поклон за поддержку мне. Процветание вашей семье. Будьте здоровы, Танечка. Видите, а вы боялись. Снежана. Интересно целительство. Подскажите, лучше начать с эзотерическое целительство. 1, 2, 3. С 3 начинайте. Игорь Лакутин. Добрый вечер, Лыхайм, Игорь. Наш гуру, обнимаю вас всех, мой вопрос. Когда куплю собственную персональную недвижимость с уважением, ваш ученик? На протяжении где-то 3-5 лет. Быстрее не купите, но купите точно. Как говорят у нас в Одессе, купите таки, да. Илья, от чего с точки зрения эзотерики могут появляться большие долги? Они с точки зрения эзотерики всегда возникают в тот момент, когда человек живет не по средствам. Деньги, взятые в долг из будущего, в настоящем не зарабатываются. Почему вообще человек живет не по средствам? Дело в том, что в этом очень часто виноват не он, а виноваты там девушка, там какие-то желания и так далее. О чем нужно думать? Нужно думать о расширении возможностей заработка. А это еще что такое? Если раньше люди зарабатывали, устроившись на работу, как рабы, работая на кого-то, то сейчас люди могут зарабатывать, создавая свои виды бизнеса. А это еще каким образом работает? Вот условно это выглядит так. Чем популярнее вы будете в вашей жизни, тем больше у вас будет денег. Поставьте тире. Увеличивая свою популярность, тире, вы будете всегда иметь много денег. Какая популярность, не имеет значения. Увеличиваете популярность, делаете так, чтобы вас знало очень много людей, всегда будете богатым человеком. Где бы вы ни находились, в жизни среди людей или в жизни за застенками, самое важное быть популярным. За застенками лучше не надо. Надія Тютюн. Доброго вечора, Андрій Андрійович. Дякую, що ви несете. Добро і щастя. Ми на сьогодні день народження. Бажаю всім щастя і удачі. Я вас вітаю з вашим днем народження. Я бажаю вам щастя, здоров'я. Я бажаю вам, щоб не було ніколи у вас хвороб, щоб взагалі завжди були у вас гроші, щоб вони к вам текли разом з коханням і з повагою, з успіхом. Хай вам щастить завжди в вашому житті, в коханні, в здоров'ї і в житті взагалі. І з дітьми також. І з працею, і з приходами, і там, зі всіма моментами життя. Хай вам щастить. Асіль Жаудіна. Ура, доброго вечора. Здрасте.
Юлия Козленко, Андрей Андреевич, рада вас видеть и так далее. Хочу сказать, что если у человека появляются страхи, если вам страшно, вот где-то что-то падает, взрывается там и так далее, что необходимо делать? В нашей школе, только для учеников нашей школы, есть слог. Произнося этот слог, вы никогда не попадете ни в какую, ни в плохую ситуацию, ни все враги ваши будут наказаны, опять-таки, только для учеников школы. Если вы не ученик школы, наоборот, привлечете в свою жизнь гадость какую-нибудь. Я сейчас говорю это только для учеников школы. Учеником школы является человек, который прошел от начала и до конца первую ступень школы Кайлас. Если вы не прошли ее, то тогда вы не можете называть меня учителем, а себя учеником школы Кайлас. Так вот, для учеников школы Кайлас, для нас есть специальный код. Он звучит так: аспис на вдохе и аспис на выдохе. Если произносить такой слог утром и вечером, то тогда вы не пострадаете ни от ракет, ни от взрывов, ни от там ничего. Ничего вам не будет угрожать, вы будете всегда жить, и все, что связано с защитой вас, будет максимально реализовано. Если вы будете расслаблены. Этот слог — это максимальная эзотерическая защита человека нашей эзотерической школы Кайлас. И как показала практика вот этих событий, которые у нас длятся уже много лет, то это все очень эффективно. Очень. Ольга Корягин. Уважаемый Андрей, как вы относитесь к аскезам? У кого мы просим и кто нам дает? Наша жизнь, она исключительно является элементом долга. Да, наша жизнь — это долг. Как это все устроено? Человек рожден для того, чтобы создавать и отдавать чувства. Эти два чувства, которые он создает, являются расплатой за жизнь, которую он живет. Расплатой перед кем? Перед теми, кто создал человеку эту жизнь, то есть по-другому Богом или высшими силами. Чем рассчитывается человек за то, что он живет? Он, как правило, рассчитывается своими чувствами. В случае, если человек получает что-либо из-за того, что его сознание захотело, но он не рассчитался, то тогда ему приходится рассчитываться. И рассчитываться приходится так: если у вас что-то в жизни произошло плохое, то вы должны рассчитаться чем? Вот страданиями. Почему? Как вообще происходят страдания? Страдания — это долги. Перед кем? Ну вот, там, кому-то нахамили, кого-то оскорбили, кто-то вас ненавидит. Те люди, они хотят от вас боли. Почему? Чтобы ты сдох, чтобы ты подавился, чтобы у тебя там ноги покрутило. Почему? Ну, потому что вы что-то сделали такое. И человек вот так вот пожелал вам этого. И значит, вы должны, этот долг между собой соединяется. И что происходит? Ну, вы должны рассчитаться по долгам. То есть радость отдать за хорошие моменты, то есть радоваться. Ну, вы радуетесь, вы выпиваете периодически. Там, я радуюсь. Радость — это оплата долга. Чувства отдали за то, что получили. А страдания — это другая противоположная сторона мира. Она хочет от вас страданий, поэтому аскеза, когда человек говорит: не буду есть, это будет моим расчетом там за то, что кто-то хотел от меня боли, посвящаю это там тому-то, тому-то. Ну вот и конец. Дорогой учитель, пишет Ирина Цайн. Уцоне Этерхан, да. Улучшу ли я материально в этом году так, как хочу? Мало ли что кто хочет. Вы неправильно формируете идею. Я хочу для высших сил не имеет никакого значения. Вот вообще, когда человек говорит: я хочу и я буду, я кто такой? Я хочу, кто ты такой? Таких, как ты, в очереди 10 миллионов человек. 100 миллионов человек, 6 миллиардов человек. Я хочу — это наоборот плохие слова, я так хочу. Наоборот, до того момента, пока я хочу, то вы вылазите и становитесь всегда вперед очереди, и вас постоянно забрасывают назад. Не я хочу, а скоро я буду. Потому что когда вы скоро я буду, и тихонечко человек стоит и ничего не желает, а просто делает свою работу, живет для того, чтобы жизни радоваться, то это в его жизни получается. А я хочу и я буду — нет, нет, так ничего не будет.
Ташабам. У сына подагры обнаружили 30 лет, если эзотерический способ помочь. Есть мысленно представляйте колено или то место, где его подагра, как будто там глина на суставе, и вы ее вот так шпателем размазываете. Делайте так многократно. Маргарита Бондаренко. Что делают с венчальным, свадебным букетом невесты? А то столько разных забубонов. Не знаю, мы не заморачивались. Я не знаю, мы его выкинули, у нас его нет. Живем ли мы при этом? Сейчас живем. Ничего не сохранили после свадьбы. Ни платья, ни фату, никакие там, никакие, ничего. Почему? Совместная жизнь — это жизнь, где мужчина воспринимает свою женщину как талисман, а женщина воспринимает своего мужчину как талисман. Знаете, я могу сказать, что в этом всем ничего не играет никакой роли. Душа играет больше всего роли. Почему? Потому что женская душа, вот она как-то пустила, знаете, там есть секс, нету секса, любит, не любит, а душа тянется. Точно так же и у мужчины. Вот когда души между собой тянутся вот друг с друга, друг к другу, знаете, и вот есть таких людей много, у которых просто души тянутся. Вот такие души, которые тянутся, они вместе вверх и парят. Дело в том, что Бог создал обычно одного человека с одним крылом и другого человека с другим крылом. И вот эти два человека, они обнимаются и начинают думать о чем-нибудь прекрасном, о детях, о бизнесе, о семье. И вот эти крылышки одновременно, они начинают двигаться, и человек так воспаряет вверх. А так обычный человек с одним крылышком, как бы ни болтался, к Богу не может прийти. Поэтому каждому человеку нужна душа. Женщинам-то хорошо. Такой душой часто для женщины является сын или дочь. Поэтому надо их максимально любить, поддерживать. Ну и женщины тянутся, это их крылышки. А подруга нет. А для мужчин? А для мужчин, к сожалению, это только женщина. Потому что часто дети, они больше к маме. Какой бы мама ни была, все равно больше к маме. А если нет, то тогда к мужчине. Ну и есть люди, которые... отрицая это все, говорит, да, мне самой там всегда будет лучше и всегда будет. Нет, нет, душа будет страдать. Пройдет время, есть время, когда душа начинает чувствоваться очень сильно. Это время после 77 лет. И вот с 80 лет человек начинает активно чувствовать свою душу. И он активно чувствует, что в каком он месте находится, насколько он парит, насколько... Вот появляется какое-то чувство, если жизнь была прожита... хорошо, если много было хорошего, то у человека появляется такое тепло, спокойствие, радостное состояние, уют, да, забывчивость, но человек при этом и добрый, и теплый, и так далее. И наоборот, если все наоборот, то человек становится агрессивный, вредный. Ну, тоже родной же все равно. Андрей Андреевич, рада вас видеть, в добрейшей души человек. Подскажите, как заставить должника вернуть долг? Пройти первую ступень, там я рассказываю о методе термос. Таня Олефриенко. Меня обнаружили скрытую кровь. Что это? Самое страшное? Нет, не самое страшное. Скрытая кровь — это может быть геморрой. Поэтому зря вы так запереживали. Может быть геморроидальный узел, может быть язва где-либо. Ну, а может быть и самое страшное, может быть самое не страшное. Исследование, даже самое страшное лечится сейчас, все лечится, иссекается, выводится, проходит курсы. Не надо все сразу выпадать в осадок. Наталья Рудак. У меня уже 3 года на лице сыпь, мажу мазями, не помогает, таблетки от аллергии не помогают, помогите, пожалуйста. Нужно провести исследование крови и посмотреть, возможно, это у вас заболевание аутоиммунное. То есть, каким образом необходимо все исследовать? Ну, необходимо сделать S-реактивный белок, антистрептолизин, ревмофактор, после этого уже смотреть. Чем сыпь убирается? Самый простой способ справиться с сыпью – это салициловый спирт. Протирайте салициловым спиртом. Салициловый спирт – любые абсолютно формирования и сыпь. Устраняет любые гормональные, эндокринологические, какие-либо еще. Это самое лучшее. Вот на плечах, на пояснице, на лице, где-либо
прям поливайтесь салициловым спиртом и все устраните. Светлана Рыхтык, подскажи, пожалуйста, у меня в последнее время не покидает желание уйти с данной работы, хотя вы как-то сказали, что у меня все получится. Может, пришло время для меня? Что я должен вам сказать? Я не понимаю, Светлана. Вы хотите, чтобы я вместо вас принял решение, этого не произойдет? Что вы хотите? Один раз пришел он, споймал рыбку, и рыбка говорит: не приходи больше. Но он второй раз пришел и говорит: да я все равно хочу тебя ловить. Странно это все вообще. Что вы хотите от меня? Чтобы я вместо вас принимал решение, но я же не должен этого делать. Ну что? Светлана, скажите вам за все, что вы делаете. Скажите, что будет с той, что с приворотами в семью мою влезла, и муж не первый, кому делала. Как расплатится? Какая разница вам, как она расплатится? Вам-то что? Когда происходит такое, что мужчина отворачивается, уходит другой жене? Это происходит в тот момент, когда его жена не ощущает, что она необходима этому мужчине. Женщина должна знать, что если с ней живет мужчина, она должна сделать все для того, чтобы он постоянно ощущал, что она ему необходима. Это очень важно. Каким образом? Это может быть все, что угодно. Это гладить для него штаны, убирать, стирать, там, помогать ему выщипывать из носа там что-то, там, иметь с ним интимные отношения. Зачем вообще это все нужно? Дело в том, что мужчина сам по себе, он свободный человек. Да, так и есть, свободный человек, потому что он может запросто уйти и дальше жить, сможет заработать. А женщине сложнее. Посчитайте, сколько есть мужских специальностей и сколько женских. И окажется, что мужские в большинстве своем, а женские не в большинстве. И мужчинам легче, потому что они быстрее коммуницируют, там, быстрее что-то предпринимают, быстрее обучаются, потому что они меньше чувств, у них больше так скоординировано все, они более дисциплинированы, если не выпивают. А женщине сложнее. И для того, чтобы жить с мужчиной, вот смотрите, как мужчина живет с женщиной, живет уже, возможно, интим не нужен, уже, возможно, там что не нужно, зачем она ему нужна? Зачем? И нужно делать все для того, чтобы нужна, слово было очень необходимо, нужна в постели, нужна во время того, когда он разговаривает, чтобы он с вами разговаривал, чтобы он с вами общался, чтобы вы ему там спинку чесали, чтобы стирали, чтобы штанишки на нем поглаженные были, чтобы утешить могли, чтобы вы были как подруга одновременно, чтобы в постели стонали, а не сопели, чтобы это все вот выглядело именно так. Он будет понимать: о боже, она же мне нужна, нам, как же я без... Вот мужчина не уйдет от женщины, как бы его не приворожили, если он скажет: так как же я от нее уйду-то? Ну как я уйду? И буду потом голодный, непоглаженный, без стонущей, кричащей, без стонущей в постели, без успокаивающей меня, заботливой, как мама, думающей, волосы у меня из уха даже выковыривает, и слова хорошие говорит, и мне на одежду деньги выделяет, и заботится, и покупает мне одежду и так далее. Вот это и есть ваше значение. От таких женщин никто никуда не уходит. Даже если пойдет где-то на сторону и там с кем-то переспит, но это ради того, чтобы, не знаю, там обозначиться в очередной раз, проявить свой инстинкт оплодотворителя. А уже к вам придет, почему? Как без вас жить-то можно? Как без вас? Потому что вы выслушать, вы как мамочка, вы как папочка, вы как друг, вы как любовница, вы как все остальное. Чем громче женщина кричит по ночам от страсти, даже симулируя это, тем ярче мужчина, как с гордой грудью вперед, скачет вокруг нее на следующий день. Это такая особенность. А там женщины чуть-чуть тупят в этом отношении, потому что женщина говорит: вот у меня там не удовлетворяет, да не заморачивайтесь вообще. Сейчас есть, можно купить там какой-нибудь
инструмент, вибратор и так далее. Зачем это уже нужно? Но восхищаться этим человеком придется. А если мне не нравится, ну вы сделайте выбор. Нравится, не нравится, сделайте выбор, он вам нужен или нет. Вот если нужен, привязывайте. Если не нужен, то вот это все можно не давать. Вот чем больше он нуждается в вас, тем больше шансов того, что он будет с вами навсегда. Чем меньше нуждается, как обычно это происходит, сам постирай, сам убери, сам приготовь. Да пошел ты, да пошел ты, деньги отдай. Ну, потом он говорит, секса нет там, а если секс, то ну, как попало. После этого зачем ему такая женщина? Ну, рано или поздно начнет чухать себе и говорить, ну зачем, если не ради секса один раз в неделю, ну я и так заработаю деньги, там куча свободных женщин холостых. Уж до него же когда-то дойдет, он же взрослеет. Вы знаете, что чем старше мужчина становится, тем легче мужчине найти женщину. Почему? Когда тебе 20, ты ищешь 20-летнюю. Когда тебе 30, ты ищешь 20-летнюю и 30-летнюю. А когда тебе 40? Ты ищешь и 20-летнюю, и 30-летнюю, и 40-летнюю. А когда тебе 70, то ты ищешь любую. Понимаете? Все, конец. Получается, чем старше, тем легче. А у женщин не так. Поэтому не зря в народе говорят, мал золотник, да дорог. Поэтому не разбрасывайтесь мужчинами. Какие бы они ни были плохо, из них можно сделать тех, кто может служить верой и правдой и делать так, чтобы мужчина был счастливым. Делайте так, чтобы вы были бесконечно необходимы этому человеку. Елена Баева. Повстречала мужчину, холост, но говорит, постель без любви, не хочет любви, вроде соглашаюсь. О чем бы сейчас? Какая постель без любви? Что хотите от меня? Не понимаю, как же это, что делать, не продолжать, донат внесла. А, я вас прошу. Это мужчина, который хочет секса. Так бы и написали. Секса хочет, жениться не хочет. Так все такие. Соглашайтесь на секс, без любви тоже. Соглашайтесь на секс, не прилипайте к нему, а потом делайте так, чтобы как можно больше его охмурять. Каким образом? Говорите им, ой, какой ты молодец, да у меня такого мужчины никогда, да какие пальчики, ногти, да ты самый лучший, хочу тебе признаться, лучше такого мужчины, как ты, не было никогда. Ну надо же, и мне так нравится, и ты вот так шевелишься, и мне нравится твой животик, и щечки нравятся, и носик нравится, и волосики из носика нравятся, и как ты пахнешь, нравишься, и так нравится, и так, и мне такого вообще не было. И приходи чаще, и ты, а можно я тебе позвоню, и вот сердечко, что делаешь, любимый, тебе скучно, не скучно, вот и охмурите его, и восхищайтесь, ну, а это будет для вас, а там он не хочет, я его понимаю, почему, зачем ему это, садить себе сейчас взрослую женщину на шею, содержать ее детей, а он только секса хочет, больше ничего, а на девок сейчас ему спускать много денег, я не знаю, сколько это стоит, но, наверное, ж не дешево, а уже с его возрастом, его весом, уже просто так найти какую-нибудь там на сутки или еще на что-то, ну, для этого нужен опыт, ну, и внешний вид еще, знаете, много всего. Здесь получается у него вариант такой, он старается быть честным, что в этом плохого? А но он же не знает о женской магии, не знает, а я вот вас научу, приходите на вторую ступень. Встретился хороший мужчина, старше меня, все было прекрасно, потом нашел другую, как вы говорите, очень старалась для него. Не так старались, значит, не так громко стонали ночью. Простите, что это говорю, видимо, так громче стонет. Та лучше пахнет, та громче стонет, та выбрита лучше, та более расслаблена рядом, та восхищается. Поверьте мне, мужчины взрослые, они уже начинают понимать, где там, что ему надо, и они же там смотрят всякие видео и там думают по-разному, у них там знания есть какие-то. Ну, вот так. А у вас обиды, а вы не обижайтесь. Говорите... Один ушел, другой пришел. Кто у нас не первый, тот у нас второй.
все в порядке, не надо по этому поводу переживать, так как когда человек переживает, он этим блокирует все отношения. Я желаю вам успеха и счастья, но я хотел бы вам еще сказать вот что. Будьте добры, пожалуйста. В тот момент, когда человек выключает YouTube, то все ваши, вся эта трансляция, она никак не индексируется. Но есть один плюс. Вам ничего не стоит это сделать, а мне будет очень это полезно. Сделайте так. После того, когда сейчас я выключу вот этот YouTube трансляцию, вы после этого поставьте ее само, подождите чуть-чуть, она опубликуется. И где-то минут через 5-7, если у вас есть такая возможность, включите эту YouTube трансляцию на тихий звук и не смотрите. Пусть она еще раз пройдет от начала и до конца. Не выключайте ее. Таким образом, YouTube будет индексировать мое видео и будет считать, что оно людям интересно. И будет считать, что и канал этот интересно смотреть. Потому что после того, когда эта трансляция заканчивается, после этого эту трансляцию те люди, кто посмотрел, уже второй раз не смотрят, а новые люди смотрят 3-5 минут. В итоге эта трансляция падает в канале. А мне бы хотелось, чтобы ее смотрели. Трансляция получилась интересная, и мне кажется, что это может быть интересно кому-то еще. Именно поэтому вас очень прошу, когда закончится трансляция, можете ничего не писать. Если хотите, можете комментарий оставлять, не обязательно. И даже лайкать можете не лайкать. Но обязательно включите еще раз это видео, и хотя бы пусть оно 10 минут покрутится, или 20 минут. Не торопитесь его выключать. Пусть оно вот в таком немом режиме там чуть-чуть потранслируется. Это будет ваша поддержка меня и моего канала.